В Югре члены семей участников специальной военной операции помогают совершенствовать систему социального сопровождения и мер поддержки. Эту тему поднимали журналисты во время пресс-конференции губернатора Натальи Комаровой. Глава региона акцентировала внимание на том, что Югра реагирует на каждый запрос. Например, после встречи с участниками специальной военной операции и их семьями, добровольцами в Лангепасе было принято решение о выплате 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск или возвращается на поле боя без предоставления проездных документов и билетов. Вот я когда встречаюсь с участниками специальной военной операции, их семьями, мой первый вопрос – как работают уже принятые решения? Что еще можно? И следующее, да? А что еще можно сделать? Значит, здесь поднастроить, от чего-то отказаться, ввести какие-то новые возможности, либо идем дальше, усиливаем. Усиливать будут и кадровый резерв государственной и муниципальной службы. В него включат участников и ветеранов СВО. Они смогут принимать участие в конкурсах на замещение управленческих должностей. Кроме того, военнослужащих будут зачислять в команды, которые проходят образовательные модули в рамках проекта «Лидеры изменений Югры». По мнению губернатора, это даст участникам максимально широкий спектр возможностей по месту работы и профессиональному росту. Организаторы викторины «Достижения Югры» раскрыли главную интригу. Рассказали, какие именно подарки получат участники интеллектуального квиза. Проверить знания и заодно испытать свою удачу могут все, кто живет на или работает на территории Югры в возрасте старше 7 лет. Для этого нужно зайти на сайт исторического состязания v2024.myopenyugra.ru, правильно ответить на 3 случайных вопроса о достижениях Югры, заполнить анкету о себе и получить СМС с уникальным кодом участника. Именно его с 15 по 17 марта необходимо будет активировать у контролера викторины, после чего придет СМС с наименованием подарка. Организаторы напоминают, волонтеры будут работать вблизи избирательных участков. Викторина, приуроченная к году народного сплочения в Югре, беспроигрышная, и подарки получат абсолютно все. Уже в этом году счастливые обладатели крупных подарков могут отметить новоселье или прокатиться по округу на новом автомобиле. Помимо этого, югорчане могут получить сертификаты на популярные маркетплейсы, магазины электронной бытовой техники, на посещение культурных, образовательных и спортивных событий. А еще смартфоны, планшеты, телевизоры, холодильники и много других действительно полезных гаджетов и техники. Кому и какой подарок достанется, определит генератор случайных чисел. Организаторы упростили задачу для участников викторины. На сайте v2024myopenyugra.ru в разделе «Прокачай знания» размещены информационно-просветительские материалы. В них содержится полезная информация, которая поможет участникам проекта найти ответы на вопросы. Викторина откроет перед вами увлекательный мир событий, эпох, свершений. Это будет очень интересное семейное исследование. Я думаю, что и взрослым, и детям в равной степени будет интересно узнать об этих событиях. Югорские консервы представили на международной выставке пищевой промышленности «Гулфуд» в Дубае. Свою продукцию здесь презентовал Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Это одно из крупнейших предприятий по переработке рыбы в округе. Благодаря сертификации продукции стандартам халяль, компания может продвигать свою продукцию на рынках Арабских Эмиратов и других мусульманских стран. Пройти сертификацию помогает Фонд развития Югры. Получить эту услугу могут сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства. В прошлом году 27 компаний региона заключили экспортные контракты. Выручка югорчан составила более 8,5 миллионов долларов США.